Я как будто попал в ад. Именно так я себе и представлял ад в Роблоксе. Привет, бро, меня зовут Пози, и сегодня мы вместе с тобой поиграем в симулятор горящего пердака. Или же поиграем в Tower of Hell, а именно доберись первым до самого конца этой башни. Короче, это у нас достаточно необычный паркур в Роблоксе, где мы с вами будем прыгать по разным движущимся платформам, паркурить. Самое главное, короче, не умереть и не упасть в самый низ. Достаточно сложно играть в этот симулятор. Здесь, кстати, очень необычная гравитация, как вы, наверное, заметили. Типа, я могу запросто перепрыгнуть через разные стеночки. В общем, я дошел до того момента, от которого у меня просто горит, потому что я его не могу нормально пройти до конца. Он безумно сложный, а особенно мешает эта гравитация, которой фиг разберешься. Опять я улетел вниз. В общем, когда закончится этот таймер, 2 минуты 20 секунд, у нас наступит новая карта. И каждая карта сложнее предыдущей. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Потому что они нереально хардкорные. Это необычные, нетипичные обе, где там просто какие-то шарики, где ты должен просто пройти через большую платформу. Нет, здесь самый настоящий паркур наверх. И если я до конца смогу пройти этот паркур, хотя бы одну карту, это будет просто замечательно. Ну, а пока что я хочу хотя бы не умирать и не улетать в самый-самый низ. Вот эти вот яркие штуковины, яркие лучи, это как раз такие ловушки. Если ты до них дотронешься, то ты умрешь. И тут, кстати, у нас справа есть вот такой вот маркер. Здесь каждый этап этой карты помечен определенным цветом. И сейчас я нахожусь где-то на оранжевом цвете. Потом у нас будет идти фиолетовый цвет, и это как раз-таки самое сложное. Да ёлы-палы-то, а! Вот это я понимаю оптические иллюзии. Я вообще не понимаю, как проходить эту карту. Ладно, следующую карту я 100% пройду, но точно уж не эту. Что-то мне это подсказывает. Так что самое главное сейчас беречь свои нервишки до следующей карты. Ну и хотя бы попробовать добраться за этот кон до фиолетовой части этой карты. Надеюсь, получится. Надеюсь, получится прыгнуть по этим летающим платформам. Фу, сейчас будет очень опасно. Так, 50 секунд осталось буквально. Так, запрыгиваем на первую платформу. Ждем, выжидаем момент и прыгаем. И да, я запрыгнул на вторую эту платформу. И теперь на третью. О, да, это было не так уж и сложно. Фу, дай фауст инобдерт. Что это означает? Инодберт. Альберт, короче, Альберт построил эту карту. Понятно, чем занимается Альберт. Так, аккуратненько прыгаем вот сюдашеньки. Давай выше поднимаемся. Ого, слушай, у меня еще 30 секунд осталось. Возможно, у меня есть шансы, в принципе, пройти эту карту. Если это получится, то это будет безумно круто. Так, видимо, я должен спрыгнуть куда-то вниз. Ладно, аккуратненько падаю сюда. О, как же здесь медленно я поднимаюсь, это лед. О, господи. О, господи, меня так заносит, божечки мой. Обкекаться и не встать. Так, я почти до конца прошел весь этот фиолетовый этап. Осталось совсем чуть-чуть. А! Зачесалось лицо. Ну, капец. Ладно. Сейчас мы заново возобновимся и начинаем проходить следующую карту. Ну, тут уже, знаете, как-то это все выглядит немного попроще с первого взгляда. Тут как бы просто обычный типичный паркур. И наша главная задача быть первым в этом паркуре. Поэтому, надеюсь, я смогу запросто обойти все эти ловушечки. Ого! Это что такое вообще? Это что такое? Я такое вообще впервые вижу. Вау, так можно было в Роблоксе? Офигеть. Вы видите, да, как трансформируются эти кубы? Вау. Слушай, это реально прикольно. Ладно, окей. Нужно додуматься, как можно запрыгнуть туда. Что там написано? Expansion Script Trash. Я, короче, не знаю, что вообще это все означает. Она так уменьшается. Запрыгиваю. Ага, сейчас он должен немного подняться. Сейчас ждем, ждем, ждем. Приподнимается. Найс. А теперь запрыгиваем вот сюдашеньки. И давай, 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 давай. Опа, запрыгнул, замечательно. Последняя платформа. Слушайте, это непростой уровень. Я думал, что будет немного полегче. У меня есть 7 минут, главное не спешить. Это самая главная тактика сейчас. Ждем, когда поднимется выше всего. Давай. О, о, спиной зацепился за этот луч. Я был так близок, капец. Ладно, окей, 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 окей. Сейчас я просто попытаюсь на фасточках пройти этот уровень. Хотя я прекрасно понимаю, что чем быстрее я буду пытаться проходить этот уровень, тем больше у меня будет бомбить. Так, давай запрыгиваем. Раз, запрыгиваем два. Ой-ой-ой-ой-ой, ждем, ждем момент. Ждем, так, запрыгиваю. Вот сейчас или никогда. Давай еще раз, сейчас или никогда. Фух. Так, как запрыгнуть? Как запрыгнуть? Давай, 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 давай. Выше, выше, выше. Ну давай же. О-о-о, вот сейчас! The fuck!
Опять я отцепился и спиной дотронулся до этого лазера. Капец, вот вы часто спрашиваете меня, почему я постоянно говорю «факт»? Да потому что это просто факт. Факт, да, тут, знаете, такая тихая буковка «Т» на конце. Это факт, у меня просто горит. Окей, давай, дубль номер 3. Хорошо, с третьего дубля точно должно получиться. О, о, вот это было жестко! Так, 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 о, как мне фартит-то, а! Так, и как запрыгивать? Как запрыгивать? Может быть, от первого лица вообще? Нет, от первого лица я пробовать даже не буду. Ладно, давай, да, да, блин, блин, а-а-а, я додумался, слушай, а что если я просто встану на левую часть этого куба? Тогда меня отрикошетит на левую часть той платформы, где нет этого лазера, и я выживу. Ха-ха, да это же гениально. Окей, ладно, у нас есть еще 5 минут. Тут выше всего забралась какая-то девчулька. Она прям реально далеко убежала. На коричневой платформе сейчас находится, точнее, на коричневом цвете. Не знаю, хорошо это или плохо. Так, ждем, ждем, ждем. О, 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 да! Да, это было гениально просто, просто гениально! Так, сейчас главное, чтобы мне никто не мешал здесь прыгать. Очень аккуратно прыгаю. Стараюсь не развалиться. Я вижу, что там чуваки где-то сзади начинают фейлиться. Так, куда пойду? Ладно, вот сюдашеньки я пойду. Блин, даже не знаю, где будет проще, где будет сложнее. Блин, ладно, давай-ка я сюда перепрыгну. Что-то мне подсказывает, что здесь мне будет немного легче. Пусть даже эти блоки намного меньше! Но я думал, что будет легче! Да нет, я мог пройти, просто я опять же отвлекся. Смотри, чувак даже здесь немного ругается, у него тоже горит. Ты топ-1, спасибо тебе, дружище. Я прекрасно понимаю, что у тебя тоже горит от этой карты. Значит, ни у одного меня бомбит. Ладно, так, становимся здесь и... Да! Оу, е! Так, кажется, я научился проходить это на скоростях. Да, у меня было 5 минут затупков. Но кажется, я справляюсь. Так, 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 так. Фух, вот это я понимаю сейчас. Тонкая грань. Безумно тонкое дело. Вот этот вот паркур ваш, да? Так, все хорошо, все хорошо. Дыши ровнее. Вдох, выдох. Вдох, выдох. У меня не горит. Одну карту я должен минимум пройти. Так, ладно, 3 минуты. Если я буду просто бежать очень быстро, я думаю, что тогда я не буду ни на что отвлекаться. И тогда я спокойненько смогу все это пройти. Чем быстрее я прохожу, тем чуть-чуть у меня получается. Блин, я не знаю, стоит ли пробовать там или нет. Ладно, пофиг, пойду сюдашеньки. Опа. Ну вот зачем? Почему здесь нельзя сделать игроков невидимыми? Это реально безумно мешает. Понимаете, я каждый раз, когда смотрю на кого-то, я случайно чуть больше, чем нужно, нажимаю на кнопочку, и все, я помираю. Здесь кто-то уже дошел до голубой зоны, ну пипец, он дойдет сейчас до финиша. Ладно, у меня есть ровно 3 минуты. Мне дают ограниченное время. Мои подписчики, они говорят, все, давай, чувак, проходи за 3 минуты эту карту. Все, там, тут, там чувак пишет, я видео. Да, ты в ролике. Опа, как я запаркурил, да, ловенько? Ловко, ловко, я ловкий, как мангуст. У меня глаз алмаз. Я непобедимый, как соколиный глаз. Я люблю квас. А еще... карабас. Ух ты. Ух ты. Давай, давай, пропрыгивай дальше. Фу! Забрался. Я забрался. О, господи. Я это сделал. Так, 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 так. Сейчас максимально аккуратно прыгаю. Чтобы у меня не бомбануло. Аккуратненько по краешку все это дело обхожу. Уф, запрыгну сюда. Запрыгну, все хорошо. Есть, я добрался до коричневой зоны. Ну тут вроде уже не так сложно должно быть. Здесь какой-то прям лайтовенький паркур. Только в глазах немного рябит у меня. Вот совсем капельку. Ой-ой-ой-ой-ой, какие тоненькие палочки здесь. Так, давай забираемся выше. Выше, выше. Так, ну я уже где-то половину, наверное, прошел. Плюс-минус. Если я пройду это до конца, я буду безумно счастлив. Потому что я уже пытаюсь в это играть, может быть, полчаса еще до записи ролика я пытался что-то пройти. И как вы, наверное, заметили, у меня не особо получалось. Потому что немного нервный, да? Немного нервный. Немного нервно начало это видео. Ой-ой-ой-ой-ой. Пипец, это просто пипец какой-то. Ой-ой-ой-ой-ой.
Пипец! Пипец, куда я забрался? Все равно он ничего не ответит. Да потому что я прохожу паркур! Ты что, не видишь, чувак? Это ж пипец, как стрёмно! С такой высоты упасть вниз мне было бы безумно обидно. Я бы не хотел здесь сейчас слиться. Так, 50 секунд осталось. Так, главное контролировать. Контролировать то, что я сейчас делаю. Особо не увлекаться. Не бомбить. Пипец! Я забрался до желтой зоны! И все, и улетел вниз. Нет, 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 да так нельзя! Это... Ладно, 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 у меня не горит. Знаете, название этого режима говорит само за себя. Tower of Hell. Замок ада. Теперь я понимаю, почему замок ада. Здесь у всех горит пукан просто адски. Факелом, понимаете? Зато я запросто научился проходить эту карту. Вы представляете, да? Все, я научился проходить всю эту голубую зону буквально в пару кликов, да? И не нервничать, смотри. Хопа, хопа, хопа. У меня 4 секунды осталось, а я только научился играть в это. А, ладно, давайте следующую карту. Так, 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 так. Ну, тут просто какой-то пипец. Там еще и эта рогатка. Ну, не рогатка, как эта штука называется? Убивашка, да, вертяшка-убивашка. Ну, ладно, надеюсь, до вертяшки-убивашки я не доберусь. Хотя, возможно, ее можно будет каким-то способом обойти. Потому что здесь всегда дается альтернативное прохождение. Типа, два выхода у тебя есть из ситуации. Два пути. Так, ладно, ладно, ладно. Все, 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 все. Ну, вот сейчас или никогда, чуваки. Эту карту я точно должен пройти, господи Иисусе, пипец. Опа, опа. Вот из-за того, что я вижу других чуваков, я не понимаю, куда я прыгаю. Это безумно неудобно. Но, знаете, меня радует единственный факт, что большинство игроков, которые сейчас проходят вместе со мной эту карту, они дикие нубасики. Они вот дальше определенной зоны пройти не могут. И поэтому я думаю, что если я сейчас вырвусь вперед, я смогу спокойно проходить эту карту один в соло. Опа. Опа. Опа, не жопа. Есть. Так, все, вроде самое опасное я прошел. Осталось, в принципе, совсем ничегошеньки. Так, 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 так. Ну и вот о чем я вам и говорил. То есть большинство игроков на этой карте реально какие-то нубасики. Вот сейчас рисково. Нужно выровняться. Блин, я не понимаю, как это пройти. А, нет, я понимаю. О, пипец. Пипец, я сейчас на грани. Так, ладно, все хорошо. Это лесенка, да, ведь? Это ведь летающая лестница? Да, это лестница. Так, 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 так. Хоп. О, допрыгнул до этой платформы. Так, тут у нас тоненькая грань этих ступенечек начинается. Вот тут сейчас я, в принципе, рискую лететь вниз. Если я здесь улечу вниз, это будет безумно плохо. О, господи! Что творит этот демон? Что он творит? Я вообще в воздухе стою! О, господи! Кажется, я пробрался через всю эту голубую зону! Я добрался до темной зоны. Так, а тут что делать? О, господи! Здесь это колесо мне мешает! Пипец. А как его пройти-то, а? Нет! Ну как это дурацкое колесо можно было прыгнуть? Если бы я прыгнул в бок, я бы улетел вниз. Если бы я прыгнул влево, я улетел вниз. Как мне нужно было пройти через это колесо? Ну это нереально сложная карта. Меня еще эта штука убила. Я уже весь покраснел, я весь вспотел из-за того, что безумно потно. Я как будто попал в ад. Именно так я себе и представлял ад в Роблоксе. Опасно это проходить от первого лица. Я боюсь проходить это от первого лица. Здесь опять гравитация-то, кстати, включилась. Здесь теперь странная гравитация включилась. Да, теперь я высоко прыгаю. Ха. Ну, должно быть немного полегче. Возможно, из-за того, что пол времени уже прошло. Или до этого я также прыгал. Что-то я на это особо внимание не акцентировал. Ну да ладно. Кто-то пишет позе. Давай, 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 иди вперед, пожалуйста. Не мешай, не мешай, не мешай, не мешай. О! Фух, допрыгнул. Так, вот тут как? Как быть-то? Возможно, нужно по самому краешку идти. Вот как это все пропрыгнуть? Это какая-то багованная карта. А может быть и нет. Может быть,
в этом есть вся суть задумки. Стоп, погоди-ка. На вершины этой я не запрыгну. Я мог бы подойти вот сюда, прыгнуть и удариться головой в шину и улететь вниз. Либо же я могу как-то это сбоку опрыгнуть, но я не долечу, понимаете, да? Расстояние слишком большое. Ну это просто отстой. Это просто отстой. Ну давайте уже следующую карту, а? Это баг какой-то. Никто эту темную зону пройти не может. Потому что эти шины, они двигаются, понимаете? И тем самым они тебя сбивают вниз. А, ладно, окей, я подожду следующую карту. Ну что ж, это у нас уже третья карта по счету. И я думаю, что здесь не будет таких катастрофических багов. Но я уже вижу какую-то хардкорность. Там какой-то треугольничек призрачный. Ладно, я сохраняю спокойствие. И давайте-ка мы с вами пройдем эту карту. Постараемся пройти ее до конца. Если, конечно же, это получится. Если это вообще реально. Так, вот смотрите, сейчас с гравитацией вроде бы все нормально. Да, на начале карты все вроде окей с гравитацией. Так. Хоп, хоп. И быстренько прошли с вами все эти опасные моментики. Так, теперь мы идем вот за этим ниндзя. Да, куда бежит этот ниндзя, я не знаю. Но, видимо, это профессионал паркура, раз он вместе со мной сейчас прыгает. Немного кто доживает до этого момента, если что, я вам так скажу. Опа, оп, перепрыгнул через этот лазер. Да блин! Почему у меня такая поздняя реакция? Потому что я уже устал, у меня уже в глазах плывет от этого паркура, если честно. Это просто невозможно пройти, это просто нереально. Ребят, напишите в комментарии, кто из вас до конца проходил в этом режиме до конца всю карту. Пропрыгивал на самый верх. Только пишите честно. Если у вас не получилось, так и напишите. Потому что даже у меня не получается пройти, и вы сами все это прекрасно видите. Это самый сложный режим с паркуром, который я когда-либо проходил, потому что даже предыдущие обе карты, которые я проходил, большие, там всякие интерактивные в несколько серий, они были достаточно простые. Ну, казуальные, я бы сказал. Там были понятные уровни, там было все понятно, как проходить, а здесь все безумно сложно. Потому что здесь все вот так вот немного под наклоном, да, под каким-то навесом. Это реально не круто. Так. Опа. Опа. Давай, идем навстречу. Навстречу приключениям. Фу, я готов потратить все эти 5 минут и посмотреть, до какого максимума я смогу добраться. Если мне удастся побить свой рекорд, то это уже будет большое достижение для меня. Но это башня ада, да, действительно. Разработчики, наверное, сами не могут пройти свою же карту, которую построили, потому что она очень сложная. Я хочу, чтобы вы все сами видели, как я это прохожу, как это сложно. Как это безумно хардкорно. Так, давай, давай, иди дальше. Так. Опа, увернулся. Так, ниндзя меня подождал. Но он специально меня ждал, видите? Ну ладно, не, этот чувак вроде нормальный. Он вроде вперед бежит. Это не те чуваки, которые сзади тебя там прыгают прям впритык. Вот чего она ждет, Сона? Чего она ждет? Она вот сейчас начнет одновременно вместе со мной прыгать. Я прям зуб вам даю. Она начнет играть одновременно вместе со мной. Нет, кстати. Ух, ну просто я на понт беру, понимаете? Блин! Секунды не хватило. Не, я реально весь потный сижу сейчас. Я в толстовке еще сижу, софтбоксы греют. Ребят, хотите ли вы, чтобы я попробовал пройти эту карту до конца в какой-нибудь следующей серии? Реально, напишите об этом. Я не знаю, может быть, вам нравится, когда я нервничаю, типа, когда у меня горит, да, подгорает немного. У чувака, кстати, классная шляпа. Фух. Так. Я почти это прошел. Когда-то я так же, как и ты, улетал вниз. Опс, не повезло кому-то, да, не повезло. Так, запрыгиваю, сейчас пережду один моментик. Оп. Пережидаем. Оу, е! Вот я и добрался, пупсик! До этого паркура на стене, до зеленой зоны дошел! Фу, одно сложнее другого. Пипец. Какой-то, о господи. Что это за треугольник такой? Так, а как его проходить? Ладно, я первым не пойду.
не повезло чуваку. Ага, кажется, я понял. Блин, нет, это вовсе не так должно было произойти. Я думал, что пока она будет поворачиваться, я смогу пробежать через этот треугольник. Нет, короче, чуваки, за полторы минуты я точно не смогу пройти весь этот паркур. Но надеюсь, вам понравился этот бомбящий ролик. Фу, прям, знаете, выговорился за все обе карты. И тут все мои подписчики, да? Ставьте свои лайкосики, оставайтесь такими же крутыми и веселыми. И увидимся с вами в следующих видео. Адьос. Playtime.